хотели поделиться опытом о региональном ситуационном центре. Ну, коллеги из других регионов довольно-таки подробно все показали, рассказали. Повторяться не хотелось бы. Хотелось бы заострить внимание, знаете, на чем? Прозвучало у компании 1С доклад, что они делают какой-то пилотный проект в Воронеже с беспилотными летательными аппаратами. Ваши партнеры, да? Также от нашего спикера прозвучал вопрос, а как мы сейчас используем беспилотные летательные аппараты? В первую очередь, что бы я хотел сказать. Наверняка многие, ну я имею в виду представители региональные, имею в виду органы исполнительной власти, получали различные предложения от компаний, производителей беспилотных летательных аппаратов, компаний, которые оказывают услуги по съемке. Все мы получали такие, да, то есть предложения. Давайте, сейчас это модно, использовать беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве. Это показывает сумасшедший там какой-то результат, экономический эффект. Так вот, что я вам хочу сказать и чем поделиться. Дело в том, что в Белгородской области запущен сейчас проект, идет полным ходом, где мы отобрали совместно, вернее, запущен совместно с кем? Запущен совместно с фондом содействия инновациям в лице Бортника Ивана Михайловича, совместно с национальной технической инициативой «Аэронет» с руководителем Жуковым Сергеем Александровичем, запущен такой проект, и, соответственно, правительство Белгородской области. Мы выбрали сельхозтоваропроизводителя, конкретного сельхозтоваропроизводителя. Выбрали ряд компаний, которые как производят свои летательные, беспилотные летательные аппараты, так и производят различное навесное оборудование. Также компании, которые предоставляют сервис по аэрофотосъемке. И взяли, все это собрали в кучу. И вот этот вот огромный проект в конце года нам покажет результат. В первую очередь мы хотели бы получить результат для сельхозтоваропроизводителя. Во вторую очередь мы хотели бы получить результат для органа исполнительной власти. Это для департамента агропромышленного комплекса воспроизводства окружающей среды Белгородской области. И вообще понять. Для этого у нас есть предварительная договоренность, уже мы договорились с KPMG, есть такая компания, то есть это лидер, кто слышал, знает, одна из четырех крупных компаний мировых, которая проведет как раз независимую оценку экономической эффективности применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. То есть мы говорим не только, то есть, о мониторинге там, посевов, а вообще глобально. Все, что мы можем сделать с использованием беспилотных летательных аппаратов. И я очень кратко, просто поделиться, хотел бы сказать, что более детально, с цифрами, со всем мы подготовимся к золотой осени, потому что как раз к концу года мы должны завершить этот проект. И как раз мы, может быть, тогда заслушаем тоже независимых экспертов, которые расскажут, действительно ли так все хорошо, как пишут нам на бумаге в коммерческих предложениях, и как нам это все преподносят производители беспилотных летательных аппаратов, а также фирм, который оказывает аэрофотосъемку.